Так, ребят, вроде все, запись не сбилась. О, все, пофигарила музычка. Вот так. Музычка из Титаника играет. Ну что-то корабль тонет чуть-чуть как-то медленновато. Все. Сделаем очень прибыстрое затопление. Корабль все наклоняется, наклоняется. Пусть будет украинский корабль, получается, Коста Конкордия. Даже не знаю, что за флаг. О, шлюпки затоплены, но они будут спущены, если я захочу. Как можно выключить потом эту музыку, надо спросить. Короче, ребят, тонем. Все кинцело. А если попробовать еще быстрее затопить? Бам! Посмотрите просто, как вода булькает. Это придало скорости. Скорость затопления резко увеличилась. Скоро он должен вроде на эту скалу напороться. Смотрите, корма поднимается, получается. И вода уже аж сюда хлещет. Ну, ёпта. Давайте немножко придадим, значит, поможем этому кораблю, короче. Произошел взрыв. Взрыв произошел. Здесь что-то взорвалось. И потом трубу... Нет, труба не будет разнесена. Короче, кинцело. Корабль уходит под воду. И все заканчивается не очень хорошо для этого корабля. Плавание, получается, для него уже закончилось. Я сейчас, короче, сделаю так. Вот так. А что, прикольно, смотрите, ребят. Он сейчас упадет на этот искусственный остров. Смотрите, как корма просто вверх поднялась. Это жестко. Он, походу, с этой кормы, с этой штуки скатится. Смотрите, здесь уже все гнется почти что. Это, ребята, жестко. Ну, я хочу сделать так, чтобы... О! Смотрите, вроде падение происходит. Смотрите. Нифига здесь пробоина. У нее такая хрень жесткая. Просто что-то здесь разнесло на кусочки. Пусть здесь будет пробоина. Что-то вот так он тонет, получается. В этой игре. Что, прикольно, он сейчас рухнет на этот искусственный остров. Получается, это получается хрень какая-то, скала, и на нее корабль падает, и потом мы будем его ронять в пропасть. Я сейчас все организую, хотя тут даже пропасть не надо, но я тут чуть-чуть подровняю.
Ох, ё-моё, смотрите. Я сделал прочность на максимальную. И вот что произошло. Получается. Он сел вот на эту мель. Сейчас что-нибудь арго сотворим. Давайте его хотя бы сначала подвинем. На. Вот как он, короче, двигается. Интересно, можно ли из него воду выкачать? Или нельзя? Вот так мы, короче, обладаем магией. И мы, короче, его сейчас немножечко сюда подвинем. Вот смотрите. Вот падает он, этот искусственный риф. Мне интересно, разорвется ли он пополам. Думаю, что где-то здесь все произойдет. Да, двойное дно видно, вижу, что оно уже хочет порваться. Бах! Давайте еще его подвинем. Вот. Как-то. Так, не та настройка. Получается, хоть чуть-чуть немножко вот так. Будешь ли ты падать? Штучка. Дрючка. Magic. Сдвинем его еще на пару метров. Все. Начинай свое падение в бездонную такую пропасть. Хочу сделать еще кое-что с этой штукой. Смотрите, ребят, он падает на эту штуку. Если мы еще столкнем его сюда, то вот какой будет результат. Интересно. Он наклоняется. Смотрите, он скоро наклонится на этот штырь. На. Прям на кол. Охренеть, смотрите. Бах, просто насадили корабль на кол. И что? А давайте теперь его рвать на куски. В итоге произошло то, что корабль от того, что он сел на этот штырь, разорвался пополам. Разломился. Как-то так, ребят. Вс.
все, вот эта часть пойдет в свободное падение. А здесь еще не все. Так, хорошо. Давайте другое судно. Для этого чудовищного эксперимента. Так, у нас новый корабль. Ух, ё-моё, у нас как он глубоко. Хотя нет, мне не очень такой корабль нравится. Ух, ё-моё, смотрите, ребят. Пробел нажмем. Хочу. Опа. Прикольно вот эти тросы. Получается. Все это сейчас оторвем. Звуки такие прикольные. Когда рвем провода. Канатики. Фигакс. Ха, смотрите, как же все прикольно выглядит. Ну, вроде все. Просто смотрите. Сейчас будет что-нибудь такое с этим корабликом. Кстати, в той версии он лагал, в этой версии ничего не лагает. Ну хорошо. Ребят, какого хрена пробоина? Она маленькая, но... Смотрите. Сколько там отсеков было пробито? Все, ребят, корабль получил повреждение. Смотрите, ребят, злополучный Титаник у нас получается уже тонет. Потекла. Получается, что, двойное дно? Ну, раз так, оно тонет. Все. У нас лайнер пошел ко дну. Там-там-там-там-там-там. Смотрите, вот у нас Титаник, ёпта. Я даже второй параметр включил. Что-то вот тонет корабль. Мне нравится, что вот двойное дно так гнется. Получается... Первая труба, она тоже уже упала. Вторая труба сейчас тоже упадет.
И тут и где-то здесь корабль. Разорвется пополам. Как-то так, ребят. Все, мы разорвали его. Я хочу даже его приподнимать. И пассажиры вот так типа падают. Офигеть. Гребаные тросы. Все вот так уходит. Все. Получается, нос уже оторвался от кормы. Что тут еще сделать можно? Ну и все. И так примерно оно скоро затонет. Но оно даже всплывает. Да, корма. Так, а что будет, если ударить зеленым молотком? Нет. Вот вот так он тонет, ребята. Не жалко. Вот так и погибали пассажиры. Вот так пассажиры корабля Титаник и погибли, получается. Всем пока, с вами был Гудмодион. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео, вступайте в ВКонтакте. Если вам эта игра понравится, я буду снимать ее дальше.